никак не получается идти по жизни прямо. То налево, то направо, так и тянет свернуть. Правда, ненадолго, и, как правило, без толка, а времени-то мало, и снова в путь. Никак не получается дышать полной грудью. Да чего уж там болтать, ведь никогда не умел. Глоток кислорода нужнее год от года, и моя бесконечность имеет предел. Береженого Бог бережет, небереженого конвой стережет. Ну и где же я был при раздаче мозгов? Пропускал ли стариков и детей, комсомольцев, музыкантов, ткачей, или просто уехал с друзьями в Ростов? Зато я умею напиваться по средам. Остальная неделя, впрочем, тоже моя. А там снова похмелье, чертово зелье и столь привычное мне поедание себя. Да, вот еще что, я играю по нотам. Могу и без них, такая вот грудь. Вот это заслуга, хрен да подпруга, а семеро по лавкам не дают мне заснуть. Береженого Бог бережет, небереженого конвой стережет. Ну и где же я был при раздаче мозгов? Пропускал ли стариков и детей, космонавтов, музыкантов, врачей, или просто уехал с концертом в Тамбов? Идти по жизни прямо, то налево, то направо, так и тянет свернуть. Правда, ненадолго, и, как правило, без толка, а времени-то мало, и снова в путь. Быстро или долго, Нева или Волга, а времени все меньше, и снова в путь. Береженого Бог бережет, небереженого конвой стережет. Только где же я был при раздаче мозгов? Выпускал ли стариков и детей, инвалидов, музыкантов, ткачей, или просто уехал с друзьями в Ростов? Выпускал ли стариков и детей, в какую сторону смотрел мой сенсей? Но я ужил задолго до приезда врачей.